Всех привет и прямо просмотр. Продолжаем мы проходить FIFA 18 за история Хантера. Ну что, мы продолжаем нашу игру. Точнее говоря, у нас чуть упало с Мюллером. Почему, я даже не знаю, ударная сила стала обратно, а не телепаты. Но не особо это важно на самом деле. Что, переходим к моим тренировкам. У нас тут ничего не открылось. Там уже у нас навесы идут. Victory is the only option. Today, we train as hard as we play. Andiamo! Ну что, продолжаем. Fundamental, but execution is anything but easy at this level. Against the top defenses, our... Ну что, начнем. Тренировка, извините за такую паузу. Отвлекают меня постоянно. Всякие. Ну что, погнали. Опа, хороший был удар. Усердно сразу, а. Почти. Супер. Блядь, нахуй ты близкий даешь, а? Бля, ну я даю навес, и кому это, когда закрытый игрок? Ну, прекрасно, это замечательно просто. Просто прекрасно, это замечательно. Ай, бля, что за хуйня была? Опа-на, ну ладно, окей, на отлично, даже на отлично. Даже на отлично. Ну что, теперь навесы... Чё, навесы продвинутые, что ли? Я ещё не пойму. Что тут делать надо? А, теперь у нас враг есть, да? Который не может выйти отсюда, да? Окей. Хороший был. Это Кавани, что ли, там был? Бля, ну это пиздец просто. А, блядь, наебали меня. Ну это слишком предсказуемо. Это хороший удар был. О, какой гольчик-то, блядь, а. Не, это слишком близко к вратарю. О, какой удар. И ты еще смог этот удар сделать, а. Прекрасно даже, замечательно. Две попытки у нас остается. Обломчик. Ну ладно, ничего страшного. Продолжаем дальше. Train hard. Play hard. Да-да, мы хорошо, все молодцы, все прекрасно, все отыграли. И что это такое у нас здесь продолжается? А тебе что-то, что он делает? Think we must both be in trouble. The two of you do not know how happy I am that you have forged such a bond, both on and off the pitch. With this guy, Dina? It's been a pleasure. Yes. Alex has been very privileged to play alongside me. Our pleasure's been all yours, more like, bruv. You know, I must pity any defense that must deal with the two of you before the season is over. Keep up the good work. Killing it, bro. Очуметь просто, блядь. Совместно вместе, блядь. Ну что, о, у нас телепат стал. Вот что за фигня. Ну ладно, переходим дальше. У нас игра с Леоном. У нас игра.
Мы играем будем на первое место, грубо говоря. Да, за Хантера. За Хантера играем, за Хантера. Играем за Хантера. Леон, мы что, у них косяк, что ли, так я понимаю? Да, походу дело. Мы приветствуем всех поклонников настоящего футбола. Мы этого комментатора, как всегда, Георгий Сюзанцев и Константин Гений. Всем привет, дорогие друзья. Уверен, вы не пожалеете о потраченном времени. ПСЖ сегодня будет играть с Леоном. Достойный соперник сегодня у парижан. Да, Леон — это все-таки семикратный чемпион Франции. Другое дело, что расцвет команды пришелся на середину и конец 2000-х. Однако Леон — очень способный и боевой коллектив. И сегодня они постараются дать бой парижанам. Играют сегодня в нападении звезды. Слово громкое, но так оно и есть. А вот что они нам покажут? Да, они умеют виртуозно сыграть в атаку. У них как бы одинаково по голам. Киперу надо быть все время на чеку. А вообще, конечно, будет очень интересно посмотреть на вот такую вот дуэль. Это состав Леон. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот, в атакующую 4-2-4. Игра будет сложная. Ничья даже нам это устраивает здесь. Победа еще больше будет устраивать. Мы на 6 очков оторвемся от них. Лично я жду от этой команды в первую очередь тотального контроля мяча. Они приложат максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в 2, а то и в 3 раза. Если кто забыл, то за Пари Сен-Жермен в свое время выступал наш Сергей Симак. Да, но, к сожалению, в Париже он надолго не задержался и сыграл за эту команду всего-навсего один год. Вот это просто событие, блядь. Ну что, блядь, начнется наша игра. Они начинают, где он у нас начинает атаку. Ну, точнее, блядь, игру саму. О, ёб твою мать. Тьяго Мота. Томас Мюллер. Это может быть опасно. Офсайд, да? Алекс. Я говорю, офсайд. Офсайд, офсайд, офсайд. Торопился и раньше времени начал движение вперед. Это, скорее всего, перед игрой Леоном они так сделали, бля. Чё, телепарт, все такая фигня, чё, мы должны общаться. Ну, такая вот ситуация, бля. Теперь можно начинать свою атаку. Пари Сен-Жермен на половине соперника. Блядь, не успевает до мяча. Мяч выбил. Угловой удар, мяч у ПСЖ. Прямо в центр штрафной полетел мяч. Выбит мяч из штрафной. Все, ваут. Выбит мяч в аут, Пари Сен-Жермен будет вводить его в игру. Маркиниус. Даниэль Алвес. Мод. ПСЖ идет вперед. Ну все, пацаны там без меня, нет, пацаны без меня не справились. Да блядь, ну как такой удар-то? Блядь, я хуй в ебеняк нахожусь. Лукас. Рижане переходят в атаку.
Блять, и тут такой хороший был пас-то, блять, а? Видит партнеры, мягонько головой скидывает ему мяч. Адриан Рабьё. Бля, ну как такой пас давать, а? Даниэл Алвес. Тиаго Силва. Адриан Рабьё. Тут может что-то получиться. Прошла передача. Да бейте гол-то, блядь, сука. Адриан Рабьё. Бля, хороший был удар, и у нас опять ничего не удается. Опять у нас ничего не удается, бля, забить Лион. Лион хорошо сохраняет свои ворота, прям замечательно. И мы ничего придумать домать не можем. Ну, куда ты такой даешь пас-то, а? Мяч у защитника, он сыграл надежно. Тиаго Мотта. Главным успехом в январском трансферном окне для команды... Бля, не тому, не тому, не тому, не тому! Я Мюру хотел. Свое приобретение. Уже 10 матчей вместе они провели. Это достаточный срок, чтобы говорить о полноценном дуэте в нападении. Это очень важно для команды, потому что борьба за чемпионство и мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Борьба за чемпионство и мяч у вратаря. Вот это просто замечательно. Как я этого мечтал. Набиль Фекин. Надеюсь, все будет нормально. Парни, самое главное, не пропустите. Нам не нужно, чтобы у нас они по очкам догнали. В запасе, бля, иметь дополнительные очки я бы хотел. Спасибо. И мы забиваем гол. Мы это делаем. Мы это делаем, мы забиваем гол. Мы забиваем гол, мы это делаем. И помог отправить мяч в сетку. Интересная пара нападений получается. Вместе они уже сыграли 10 матчей. Это довольно много. И нашли общий язык между собой. С таким чувством партнера многое в атаке можно изобрести. Посмотрим, как дальше эта пара будет взаимодействовать. Команда разыграли мяч в центре поля, и Пари Сен-Жермен ведет в этом матче. Мапу Янгам Бива. Грамотный пас, все по делу. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Нейма. Ну и что ты даешь, бля? Чем мяч добрался до своего адреса. Облом, 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 один облом. Две минуты нам добавляют дополнительного времени. Да, блядь, с мячом-то мы должны быть. Да, мы с мячом остаемся, все просто супер. А, все, Неймар ничего не получилось. И мы забиваем в важном матче гол. До момента мы побеждаем за счет 1-0. И мы же будем переходить ко второму тайму. О, там вообще ничего нет у них. Переходим ко второму тайму, начинаем средний поле, даем Мюйеру пасик. Хантер в атакующем рывке. Ну, конечно, прекрасно. Ку-ку, чужие ворота в другой блядь. Ну вот стоило только заговорить не об атаке, как... Улетел мяч. Ушел мяч за боковую, ПСЖ вбрасывает. Маркинис. Бен Арфа. И мы забиваем второй гол. И голевой пас от Мюллера. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации... Вот это гол был. Выбраться сопернику. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз.
Да нет, Эмери доволен. 2-0, Лион побеждает, это с ума сойдешь просто со счетом таким, блин. Мы 3 очка будем лидировать уже от них. Дай бог они там спустятся, да? Дай бог они там спустятся, и будет все плохо. На Бильфике. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Все-таки офсайд. Супер. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блядь, ну как так можно-то, а? Бен Арфа. В поисках мяча уходит ближе к своим воротам. Неймар. Затем Бен Арфа. Мод. Блядь, я думаю, мне пас дают. Ну ты сейчас-то не надо, ёб твою мать, а. Причем прямо сейчас мне давать был пас, я не был готов к этому пасу. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Спасибо за пас. Мяч у пассажира. Охуенно просто. После окончания атаки. Ёб твою мать, это пиздец просто. Что творится-то, а? На поле непонятное. Лион решил на себя взять, да? Ну это все нормально, все спокойно, все ничего не торопимся. Все сделано, все по плану, грубо говоря. Ну нафига мне пас давать, я не знаю. Блядь, нихуя тут удар был. Угловой. Ушел мяч, Лион будет подавать. Мяч уходит на угловой. Пари Сен-Жермен выпускает игрока со скамейки. У нас замена, да? И прямо в центр. Гарткипер выходит и нейтрализует угрозу. Плохая игра. Слава богу. Бля, вот еще 11 метров заработаете, блядь. Бля, мы слишком далеко находимся, на самом деле. Ну, не нравится защитникам, когда ты... Какой шанс у Алекса Хантера! Блядь, ты не дали пас дать, а, Мюр, так выходил хорошо к воротам, бля. Как хорошо Мюр выходил к воротам, бля. Навешивает Неймар. Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслове. Игра головой, и мяч уходит за боковую. Маркинец. Лукас. Мод. Томас. Так, Мюр у нас мячом. И приебал мяч. Заебись просто. Ну что, у нас 10 минут основного времени, и все, мы заканчиваем этот матч. Побеждаем за счетом 2-0, и этих 2-0 мы забили гол. Точнее, Хантер забивает у нас гол. И мы, короче, даем нам Мюллера. Но Мюр, увы, не справляется с двумя защитниками. Алекс Хантер сегодня просто великолепен. Меньшего от него мы и не ждали. Он сегодня максимально продуктивен. И мяч получает... Спасибо большое. ...для маневров ищет. На графике нам показывают зоны его активности в этой встрече. И неудивительно, что на его счету уже несколько забитых мячей. Тут может что-то получиться. Лукас. Блять. Врезался я. Две минуты осталось играть в основном времени матча. Ничего, Алекс Хантер. Бен Арфа. Я добавляю 3 минуты. Какой нахуй пас? Ну, голевой пас, блядь. Ну ладно, фиг с ним.
Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Пошла последняя минута основного времени матча. Финальный свисток. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле пока. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и походили. Вот так вот мы побежали в этом матче, забили гол, нам тренер один просил, мы два сделали, и один голевой пас мы сделали в этом матче. Бля, Леон что-то игрок, бля, подбежал к нашим, блядь, и начал это. Ну ладно, эффективно что у нас по игрока? 90, ну это не 90 минут, 2 гола, 1 гол, голевой пас, рейтинг 9,4, касание мяча 38%, передача 95%, точно паса 19, важно паса 2, 2 гола, 2 створа. Вот такой у нас пару событий. Ну что, продолжаем дальше, ну там уже будут нам покажут всю статистику, которую мы только что насказали, еще добавок зарплаты и добавок там что-то еще, кажется, да? И развитие нашего уровня. Как будто у меня старт состав, мы не попадаем никогда, блядь. Что-то у нас как-то, блядь, идет, как будто хуй знает откуда. Ну что, на этой ноте, я думаю, заканчиваю эту серию. Увидимся уже в следующей серии, другие прохождения. И всем удачи и пока.